утро, друзья! С вами Ирина Подрядова и рубрика «Грамотность в массы». Знакомо ли вам слово «сидрерия» или «сидрерия»? Что оно означает и как правильно произносится? Давайте разбираться! Сидрерия – это питейное заведение, в котором подают сидр. Что же касается самого слова, то оно было заимствовано относительно недавно. Неудивительно, что термин еще не зафиксирован в словарях. Поэтому пока нет верного или неверного варианта произношения. Можно провести параллель со словом «пиццерия» и «пиццерия». В русский язык оно пришло гораздо раньше, и в словарях зафиксированы два равноправных варианта ударения в этом слове. То есть выбирать вам, где перекусить – в пиццерии или в пиццерии. В любом случае вы будете правы. Поэтому по аналогии можно говорить о допустимости сразу двух вариантов произношения – сидрерия и сидрерия. Какой из них станет единственно нормативным, покажет время. На этом у меня все. Если информация оказалась полезной, поделитесь с друзьями. А я жду ваших писем на почту. До встречи утром!